Максим Галкин и Алла Пугачева не стали свидетелями по делу о покушении на Филиппа Киркорова, сообщает телепрограмма. Недавно дело передали в Южный окружной суд. Один из подозреваемых в совершении теракта в 2017 году заявил, что заказчиком был Максим Галкин. Этот человек утверждает, что Галкин мог совершить преступление из-за ревности. Якобы Максим даже заплатил ему авансом около 1 миллиона рублей, только вот следователи не поверили в это и не стали привлекать артиста с его супругой даже в качестве свидетелей. Сейчас по делу проходят 4 человека. Они планировали установить взрывное устройство на концерте Киркорова в Махачкале в 2017 году. Преступники не смогли близко подобраться к сцене. Один из злоумышленников сообщил, что должен был пострадать именно Киркоров, а не пришедшие на концерт люди. Адвокаты подозреваемых несколько раз обращались с ходатайством вызвать Пугачеву и Киркорова. Только вот суд посчитал, что это лишь повод затянуть рассмотрение дела. Ранее Киркоров выпустил новый клип с ограблением и перестрелкой.